Меня зовут Андрей Ставницер, я предприниматель, серийный предприниматель. Проблема реконструкции и протезирования заключается в том, что сегодня возят этих пациентов за рубеж, их становится все больше и больше. Если мы не создадим в Украине Center of Excellence, эти люди навсегда останутся коллегами. Наша задача сделать так, чтобы это были суперлюди, не просто люди, а суперлюди, чтобы они гордились теми протезами, которые они носят, чтобы это не была там какая-то ужасная желтая рука, знаешь, которая похожа на настоящую, или упаси бог, какая-то желтая нога, чтобы это было что-то из карбона, из титана, чтобы это было что-то ультрасовременное, и чтобы люди гордились этим. В украинском и в русском языке нету позитивной коннотации к слову «инвалид», слово, которое нельзя произносить, или «человек с ограниченными возможностями». Все с негативной, ужасной коннотацией. Мы решили это перевернуть, мы назвали это «superhumans», «суперлюди». И мы говорим о том, что это люди, которые сильнее, чем обычные люди. Они могут поднять больше веса, они могут быть быстрее, они могут быть четче, они могут быть сильнее. Это суперлюди, поэтому мы планируем делать суперлюдей. Какой-то там политик на моем месте сказал бы: я патриотичен, я люблю эту страну и все остальное. Но на самом деле нет, на самом деле все люди, которых я встречаю за эти полгода, делают то, что они делают, волонтеры, люди, которые работают на складе, врачи, все это делают только по одной причине, потому что им очень больно внутри. Для того, чтобы хоть как-то приглушить эту боль, сделать volume down, они изо всех сил работают. То же самое со мной. Я просто не могу думать о бизнесе, могу думать о чем-то полезном, где я могу себя занять. Этим я и занимаюсь.